И цель вот всей этой кампании всемирной, все вместе взятое, да, все болезни, все пандемии, все революции, все теории, цель какая? Уменьшить количество населения. Мешают только русские. Можно давно бы всех разогнать. Вон Сирия. Давно там всех перестреляли, ИГИЛ. ИГИЛ бы сейчас Ближний Восток весь бы сгорел, черт. А русские взяли, остановили. Ну вот, в этом же проблема. Поэтому у вас величайшая задача. Нету войск иностранных. Они никогда не вторгнутся на территорию России. Никогда. Никто не будет бомбить. Через коктейль, через бар, через одежду, через музыку, через танцы, через турпоездки. Что угодно. Только забудьте слово «Россия», «русские», «историю». Суворов — нет такого Суворова. Какой Кутузов, какой Жуков? Нет ничего. Американцы выиграли войну у Гитлера. Американцы, французы, голландцы. То есть они. Нас вообще нету. Одна строчка. Сейчас же ее убрали. Все делают американцы, все победили, там Берлин, Потсдам. А в это время на Востоке и русские перешли в наступление. Где? Когда? Московская битва? Нету. Сталинград? Нету. Ржев? Курск? Ничего нету. Одна строчка. И русские перешли в наступление. Единственный народ, который может ответить, и будет очень больно всему НАТО блока и всей США, это мы. Русские — последний народ. Народ-освободитель. Мы освободили от Наполеона, 19 век, 20-й от Гитлера, а 21-й год надо будет освобождать нам с вами от этой ментальной атаки, мозговой атаки, на конкретно на русские мозги.